Вы потратили все, до единого пенни. На что вы рассчитывали? Думала умереть раньше, чем кончатся деньги, но с умиранием как-то не задалось, и... Вот результат. Клуши уже кудахчут. Узнали, что я банкрот? Да. Поживешь в моей парижской квартире? Она сейчас пустует. Ты сказал матери, что мы помолвлены? Мы едем в Париж. Ты считаешь, тебя можно назвать трусом? Нет. Когда я приехала в Париж первый раз, мерси баку, меня что-то встревожило, какая-то первая ласточка того, что будет дальше. Эта роль Пфайфер войдет в историю. Мы хотим прилечь, зайдешь к нам попозже. Она тебе платит? За что? Ты ведь ее сжигала. Господи, нет. Это моя мать. Блестящий и безупречный актерский состав. Что это? Приглашение на вечеринку. Проходите. А где остальные? Будем только мы. Я надеялась подружиться. В данный момент в друзьях я не нуждаюсь. Мам, не муди. Простите. Пфайфер – национальное достояние. До вас доходили слухи о моей репутации? Я слышал, вы странная. Я не просто странная. Что вы делаете, чокнутая? Будьте любезны, счет. Часть меня хочет подпалить это здание с двух концов. Как вам такое? Мишель Пфайфер. Мне никогда не было больнее, чем когда я впервые увидела твое лицо. Почему? Ты был вылитый я. Лукас Хеджес. Я всегда был везучим. Да я вот нет. Но мне кажется, это скоро изменится, раз и навсегда. Мне всегда везет, и я уверен, будет везти и дальше. Но это ведь жуткое клише. Кончать с собой, когда сошла вся свежесть. Знаешь, что такое клише? Это идеальная история, которая состарилась в надежде, что ее расскажут еще раз. Уйти не прощаясь. Вижу, вы любите прямоту. Уи, пяти кошон. По-моему, я ей все же понравился. Кошон значит поросенок.